Здрасте, добро пожаловать в мою голову, только разувайтесь, пожалуйста, если можно. Буквально сегодня я соскочил с диеты кнута и пряника, потому что доза пряников оказалась неприлично меньше кнута. А на одном кнуте, сами знаете, долго не протянешь. Хотя теперь мне вообще нечего есть. Ладно, оставим мою депрессию на потом, потому что здесь мои проблемы никого не интересуют. Здесь, в смысле, в рубрике, в голове за меня беспокоится, конечно. Ну так положено. Ну, должно быть так. Ну, я надеюсь на это. Кстати, в связи с этими жуткими мыслями я вспомнил, что арахис — это один из ингредиентов динамита. Так, я в ларек, все, пока. Хотя ладно, проявлю человечность, просто иначе вы не узнаете, что яблоки мучительным ранним утром помогают встать на ноги лучше, чем культовый кофе. К слову, ты — то, что ты ешь. Наверное, именно поэтому в Древнем Риме считалось страшным грехом есть мясо дятла. Как ни прискорбно. Говорят, во время диеты стоит ограничить себя в соли. Но на самом деле в пищу мы используем всего 5% этого вещества, а вся соль соли в прокладке дорог, в дублении кожи и в изготовлении моющих средств, мыла и стекла. У меня есть еще много таких фактов, но даже если я скажу их все, мне не стать таким известным, как мексиканец Мануэль Урибе, который попал в книгу Гиннесса аж 2 раза. Сначала он стал самым толстым человеком на Земле, когда весил 500 килограмм. А потом еще и человеком, который сбросил самый большой вес в истории – 200 килограмм. А потом он еще и женился, кстати. Странно, почему это не стало поводом для третьей записи в книге рекордов. И напоследок запомните, что когда вы едите сельдерей, вы теряете больше калорий, чем получаете. Как вы будете использовать это великое знание, мне не важно, но во избежание лишних вопросов я покидаю вас. Пока.